Для того, чтобы женщина была наполненной, у нее должны быть две вещи. Ну, не две вещи, а две функции выполнены. Первая, она должна наполниться. Я понимаю, что я глупость говорю, ну как, ну банальность говорю, но если я эту банальность не говорю вам миллиард раз, то вы все ждете у моря погоды. Вы думаете, что что-то вас наполнит. Вы наполняете себя. Это, ну, ваша задача быть, ну, если вы хотите быть женщиной, а не пустой емкостью, которая бегает у всех, отнимает энергию, ну, поэтому на всех орет, кричит. Если вы хотите быть женщиной, то есть вот что вы знаете про женственность, да, что это текучее, что это приятное, что это расслабленное, что это красиво. Так вот, я вам это повторяю миллиард раз, и я не устаю, потому что, ну, в этом смысл. Когда это для вас станет априори, когда для вас это станет аксиомой, то есть то, что не требует доказательств, у вас ко мне просто не будет вопросов, вы ко мне просто не придете с этой темой. Пока вы к ней с этой темой приходите, я вам ее напоминаю. Мы напитываем себя. Вас никто не напитает. Принять. То есть впитать – это наша задача. Поэтому мы это, ну, делаем. Мы выбираем фильм, который смотрим. Мы выбираем раньше лечь спать. Мы выбираем открыть окно и проветрить перед сном свою комнату. Мы выбираем, что мы едим, какой косметикой пользуемся, с кем дружим. Потому что с этой женщиной мы общаемся, и после общения с ней мы опустошенные. Вы потом разберетесь, почему вы с ней опустошенная, что такое она вам демонстрирует. Но вначале просто прекращаем общаться. Запахи, цвета, цветы, люди, животные, мир. Мы наполняемся, но наполниться мало. Нужно еще это сохранить. И вот первая, вторая, третья чакра – это про то, чтобы быть наполненной и сохранять свою энергию. А сердце – это уже про то, чтобы отдавать. Это следующий уровень. Тут уже, то есть пока первые три уровня, это только у нас. Это уровень, ну, такой эгоистический. И вам не надо бояться этого слова, ну, эгоистического. Это здоровый эгоизм. То есть вам нужно вначале быть доверху наполненной, когда энергия поднимется сюда, в сердце, и начинает выливаться. Прекрасно. Вот вам уже, ну, женщина, которая женщина, ну, процентов, не знаю, там, на 99. Вы уже, ну, зрелая женщина. Из вас льется, потому что у вас так много, у вас изобильно, вам не жалко. Но не из вас не выливается, понимаете? Я бы снова повторила эту метафору о том, что это прекрасная светящаяся энергия, которая светится сквозь тончайшую фарфоровую вазу китайскую династии Мун. И вот это свечение, этого достаточно для мира. Вот это свечение начинается здесь, на четвертой чакре. Оно называется цветение сердца. Сегодня мы сладкие, вкусные, но пока эгоистичные. И это не плохо, а хорошо. И когда вас кто-то упрекнет, что вы эгоистка, и вас этот упрек тронет ваше сердце, знайте, что, ну, вы не правы. Что тот, кто вас сейчас упрекает, просто хочет взять то, что вам не положено. Это основа манипуляции.
Тот, кто говорит вам «ты эгоистка», хочет, чтобы вы дали ему то, что ему не положено. И он вам вешает чувство вины. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Это очень важно для меня. И подпишитесь на мой канал. Каждую неделю выходит 2-3 новых видео, и вы всегда можете быть в курсе всех новинок. И уверена, ваша жизнь будет меняться к лучшему.